Так, как купил для эксперимента хреновые наушники за 100 рублей. Действительно, в них Агата и хреновый рэп звучат не так херово. Да? А, ну да, я понял, да, да, действительно, это я на одном из стримов говорил, что да, действительно, вот люди, которые слушают Агату Кристи и тому подобное произведение искусства, так сказать, да, вот такие вот, да, вот как Агата Кристи и хреновый реп, блять, им действительно это все заходит по причине того, что они слушают все на говне. Вообще на конченном говне. Вот просто покупают какие-то, блядь, наушники за 100 рублей. Вот, я не знаю, какие-то вот покупают и сидят, слушают Агату Кристи. И они не находят там никаких недостатков, потому что вся остальная музыка для них звучит точно так же дерьмово, короче говоря. Вот. И поэтому они просто даже не знают, что в музыке существует целое измерение дополнительное, такое как нормальный звук, например, да, и что в музыку на самом деле можно врубаться намного на более фундаментальном уровне, нежели чем ты когда врубаешься в долбанную Агату Кристи, где Самойлов поет. Вот это вот, когда вот это происходит, да. Вот, им нормально, потому что на говенных колонках все звучит как. И поэтому они не видят просто разницы. Вот Джо Сатриани ебашит, да, вот Самойлов делает. И разницы нету, как бы, на хуёвых колонках. Вы сами можете послушать то же самое. Ну, не знаю, давайте просто вот сравним, я не знаю. Надо будет потом проверить, кстати. Нет, сейчас я не буду сравнивать. Но это хорошая идея для сравнения. Вообще, вот эту вот теорию, да, по поводу говняных наушников, надо проверить, короче говоря. Надо сделать прям видос, как звучит, короче говоря, музыка на хуёвых наушниках и как на хороших. Но, правда, как это, блядь, в виде видоса сделаешь? Я сам это могу проверить. Вы это не увидите результат, потому что вы-то как раз сидите в говняных наушниках. Поэтому вы все равно не поймете, блять. Это все равно, что я слепому буду объяснять, что такое зеленый цвет, короче говоря. Но, по крайней мере, такую тему можно прогнать. И, по-моему, это благостный по фэншую будет.